с вами Юля. Сегодня в нашем еженедельном дайджесте самые необычные способы заработать и прокрастинировать. Поехали! Генерального директора китайской компании Baidu недавно облили водой во время презентации по теме искусственного интеллекта. Робин Ли уверенно устоял перед бутылкой воды и сказал обидчику только одну фразу. What's your problem? Фраза сразу стала вирусной и превратилась в мем. Китайские онлайн-магазины через пару часов стали продавать футболки, чехлы для смартфонов и другие аксессуары с ответом гендиректора Baidu. Обидный поступок сыграл предпринимателям только на руку. Японские разработчики решили заработать на ностальгии. Они сделали винтажный кассетный плеер с поддержкой Bluetooth-наушников для тех, кому надоело слушать подборки в Spotify. Если в отцовской машине в бардачке валяется сборник хитов шансона или за диваном покрылась плесенью кассета Децла, самое время погрузиться в 90-е с небольшой долей технологий. Такой плеер обойдется всего в 5000 рублей. Если вы никак не можете найти время, чтобы посмотреть новый сезон «Очень странных дел», разрабы придумали отличное решение. Теперь можно запустить на экране искусственную видеоконференцию, где в одном из окон будет идти сериал Netflix. А все остальные участники конференции не настоящие, это просто заготовленные видео. Теперь можно спокойно прокрастинировать. Босс будет думать, что вы на деловых переговорах. На этом все. Ищите нестандартные подходы. Даже если вас облили водой, всегда можно сделать мем. До следующей недели.